Всем привет! Вы на канале Маша. И Лялечка Юля. Кто забыл подписаться на наш канал, обязательно подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик, ставьте лайки, лайкосы. Но сегодня у нас видео трейды. А вот чем трейды сейчас покажем. Давай на раз, два, три. Раз, два, три. И это заколки, трейды с заколками и резинками разными красивенькими. Вообще, вы просили вот трейды аксессуарами, но мы с моим партнерчиком не отказываем, вот поэтому сегодня у нас вот такие вот трейды. Ну что, Юля, погнали? Погнали! Так, Юля, погнали, что ты мне дашь за вот такую пушистую резиночку? Я тебе дам вот такие две тай-дай резинки. Ух ты, какие они крутые, ну не знаю, ну добавь. Ладно, даю тебе, ну, например, вот такую тай-дай резиночку. Ну, не знаю, ладно, я согласна. Добавь. В смысле добавь? Ну, какой у меня три. Добавь? Юля. Ну, у меня же три. Ну, ладно, давай вот такой вот диамантик, что ли. Вау, я согласна. Окей, я тоже три тай-дай, думаю, даже. Прям круто. Так, теперь ты, Юля. Что ты мне дашь за вот такие вот? Прикольные резиночки. Могу дать вот такой крабик и добавь. Вот такой крабик. Я думаю, честный трейд. Добавь. Но они такие пушистые. Приятные. Ну, такая заколка добавь. Матовая. Ну, еще вот такая заколка. Добавь, добавь. Ну, давай вот такую еще заколку, звездочку. Ну, ладно, давай. Я согласна. Я тоже. Так, Юля, теперь я. Что ты мне дашь за вот такой летний набор клубничек прикольный? Вот. Я тебе дам вот такой набор. Окей, я согласна. Настя, мне больше нравится. А мне больше клубнички. Так, теперь ты, Юля, давай. Да, я, кстати, да. Что ты мне дашь за вот такой крабик? Ух ты, прикольненький. Так, и что еще? Или все? Ну, давай и за вот эту корону. Заколочку. Могу дать вот такие две леопардовые. Добавь. Ну, не знаю. Добавить точно. Да. Ой, ладно, ну, давай. Это же королева. Смотри, это крутая резинка из жемчуга. Добавь. В смысле? Чуть-чуть. Из жемчуга. Ладно. А я уже отказываюсь. Ничего мне не надо. Из жемчуга она отказывается. Так, Юль, что ты мне дашь за вот такую крутую резиночку? Смотри, какая она прикольная. Вау. И за вот такую огроменную заколку. Посмотрите, вот моя рука, вот эта заколка. И я тебе дам вот такую корону. А вот обычная заколка. А вот такой гребешочек. Добавляй. Вот такую вот заколку. С жемчугом? Ну да. Ладно, окей, я согласна. Я тоже. Так, Юля, теперь ты. Теперь я, да. Юль, а можно вот за вот эту вот заколочку, пожалуйста? Какую, вот эту или вот эту? Ну, вот эти две можно? Давай. Так, давай я тебе дам вот такую пушистую или все можно? Нет, еще? Добавь. Ну, вот такую беленькую. Ладно, красивую. Давай. Да, я тоже это согласна. Это как комплект. Да, вот такой вот комплект. Теперь, Юля, я. Это самая крутая заколка. А кто? Я. А, да, ты. Ну да, я. Так, Юля, что ты мне дашь за вот эту крутую заколку? Я за нее буду просить очень много. Ты посмотри. Я тебе дам вот такую вот. Добавь, она обычная. Вот такую вот. Ты чё? Ты видишь, это мишки. Это с мишки. С таким жемчугом. Какой чёрным. Жемчуг? Какой чёрный? Это чёрный жемчуг. А это желейки настоящие. Чёрная такая. Нет, мне она не нравится. Такая. Добавь. Добавь. Такой милашистый мишка. Добавь. Заколка. Хорошо, вот такая вот заколочка. А еще добавь, ну моя круче. Ладно. А ты какие-то обычные добавляешь. Давай. Ну, серьезно. Я себе вот такие две. А еще может, а? Тогда я их поменяю. На что поменяешь? На вот эту заколку. А еще добавь. Ладно, добавь. Вот такие вот много. Обычные? Ну, обычные. Ну, добавь. Ну, вот блюдечками. Я дам тебе. Я дам тебе. Сейчас посмотрю. Я дам тебе вот такую вот резиночку. Лол! Я согласна. Ладно. Прощай, мишки. Так, а теперь ты, да? Ты. Да. Давай. Что ты мне дашь за вот такую вот? Вау. Заколку с жемчугом. Жемчугом. Ну, могу дать вот такой вот суперский. Мне ее жалко, но ладно, давай. Вот такой суперский крабик тебе дам. Да еще добавь. Вот такую цветную резиночку. Добавь. Добавить, точно добавить? Добавь! Вот такую. Добавь.
Да, жемчугом. Жемчуг. Ладно. Ради жемчуга. Ладно, давай. Да, ну все, хорошо, я тоже согласна. Только ради жемчуга. Мне понравилась вот эта резиночка. Только ради жемчуга. Давай, теперь смотрите. Ты. Смотрите. А, Илья, я ты. Теперь. Так, Юля, что ты мне дашь за вот такую вот крашитскую заколку вот и так. За вот такую резинку крутую? А, вот такая так. Вот. Вот ну, такая в вот. Принципе, нормальная. И вот такая. О, окей, резинка. Я согласна. Я тоже. Так, согласна. Теперь ты. Так. От сердца отрываю. Просто. Давай, это просто самый такой крутой трейд будет. Да? Я много попрошу, очень. Почему давай. Много? Потому что это свинка, это ты. В смысле? Ну, это ладно, твой портрет. Ладно, да? Ладно, уговорила. Давай вот такую вот заколочку. Чё? Ты чё? Давай вот это. Я тебе это давала. Что давала? Я хочу вон ту с мороженком. Там три еще помпончика. О, вот эту? Да. Я отказываюсь. Никогда свинка не сравнится с этой заколкой. Да. Поэтому теперь я трейдюсь из золота крабик. Из золота крабик, понимаешь? Да. Ну все, давай. Теперь много прям мне. Давай из этого золота крабик. Не знаю, не знаю. Давай! Ладно, я тебе дам вот такую золотую брошку. Но добавь, классно. Ты чего? Но у меня я отказываюсь. Крабик. Отказываешься? Ну и пожалуйста. Так, теперь я. Я. А, нет, ты. Ну, пожалуйста, давай, давай. Так, что ты мне дашь за вот такую вот резиночку? Очень так, прикольненькую. Так, черри, миленькая, я тебе дам. Я тебе что дам. Что ты мне дашь? Я тебе дам. Вот что такую. Ты мне дашь? Вот такую крашеную. Давай. Добавить? Добавить. Да? Ох, точно добавить? Да. Ну, давай вот эту вот. Ладно, я согласна. Согласна? Да. А я! Добавь. Ты чего? Ну, добавь. Я вам тебе давала. Отдай, пожалуйста, мне диамантик мой. Ты диамантик. Что? Добавь. Да. Окей, добавлю. Диамант, он очень крутой. Да, точно да. Крутой? Да. Вот, с поняшкой у меня есть брошка могу дать. Ну, добавь. Добавить? Ты чё? Ну, вот вторая. Добавь. Обычненькая вот у меня есть такая. Добавь. У меня есть, между прочим, скрипыш. Вау, я согласна. Ю, тоже. Так. Теперь я. Нет, теперь я. Ты резинку свою трейдила. А-а-а. Забыла? Юля, что ты мне дашь за вот эту заколку? И за вот эту заколку. И за вот эту заколку. Просто. Ты должна мне отдать все. Так. И я тебе дам еще знаешь что. Что? Ничего, давай быстро мне. Вот это. Все, отдавай. Вот это. Все, отдавай. Вот это ириски, это наши подписчики. Вот давай это. Быстро, вот это наши подписчики, вот наши это. Подписчики. Вот давай, это. Давай, 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 ты славный диджей. Эй, ты славный музыр. Давай, Юля. Юля, давай. Я тебе дам. Вот такую вот. О, Юлька, вот еще тебе, ты должна все отдать. Все отдать. Все, отдай, отдай. Еще быстро, все. Давай, Юля, давай. Ну, чё так мало? Давай. Вот быстро такие добавляй. Вот милашки. Добавляй. Вот это что за милашки? Мне нужны заколки, резинки, добавляй. Это, брошки какие-то, мне не нужны они. Заколки, резинки, добавляй. Добавляй. Еще.
Еще мне нужно все, отдавай. Отдавай мне, правда, все, что знаешь. Да, быстро, любовь моя, отдавай мне все, что знаешь, все, что видишь. Заколки, резинки, диамантики, браслетики, все отдавай. Все отдай, это мало. Ты отдала мне оранжевую резинку? Можешь это все забирать себе. Оранжевая резинка! Ура! Ну и вот такое вот видео получилось. Не знаю, получились честные трейды или не очень честные. Напишите в комментариях. Ну а если отключат комментарии, то печалька. Ну, давайте сделаем так. Если отключат комментарии, то если вы считаете, что честные трейды, ставьте лайки. А если считаете, что нечестные, подписывайтесь на YouTube-канал. Посмотрим, кого больше, вот. Ну, я думаю, я бы сделала так. И поставила бы лайк, и подписалась бы. Да, потому что мы вообще не знаем, какие честные, какие нечестные. Вот решите, пожалуйста, вот эту систему. Но вот такое вот видео получилось. Всех любим, пока-пока. Подписывайтесь на YouTube-канал. Всех любим, пока!